Assalamu alaikum, masage. Шимахар, 8 апреля. Такой же профессиональный турнир по боксу. Масага, Диар, даже болеет тадю. Познается зрелищный бой, хороший. Познается дик бой, хороший. Турнир волейбольной арене имени Уайс Ахтаева, хороший. Соперник армян Уса, пиле Садаян Бош. Шадик соперник Уиза, чин бой, хаджасо. Ну, вай, да, мула, кешто ждутен. Ой, еще шесть, шун мало рок, подготовок, ой, клуб я даю ячу, дик даю ячу, алхамдулилла, та травма, вот сейчас дом нормально, ду. Ишт, кечем бяш доктор. Сколько лет ты в боксе? Со 98 года, один, да, бокс я усо, 23. Вот за эти годы самое большое достижение, которое ты ценишь? Самое чего достижение, трехкратный финалист чемпионата России усо. То есть странно, я как-то не всемирно играю боевого искусства, я как-то... И что, финалист чемпионат мира в ЛСО среди студентов. Ну, чемпионат России, это серьезно. Ну, самое большое достижение для тебя, да? Чемпионат России, ух, самое большое достижение. Да, он мог шел... А мел... Мой га мог шел мелю бал бир бухой. Да, рез халай бурдар, су мой пач фанар шеду, мой... И что, турнир шеш. Ой, нахан, гайте го, твой спорт, я мосу ум, я годы, я швапа, чвана, ишь, твой руководитель, Эдила Валидна, ишь, массиана кундар, мяло, кочун, дейрес, халал, урдар, сон, тан, бог, юхакан, бог, ишь, ца, бейрш, ишь, турнир, шир, ногчи, чва, ишь, да гайте, дейрес, хал, массиана. Ахма, цила, Аллаху Акбар. Ой, Нох человек, кому это разница ее. Ислам законно форме, а у дикие чем бешу. А у очень дело лица, дело а соперник мел, он твой чем мел, чохер чем, лака мел дочь. Кому-то не повезло, да? Да, 8 апреля Садаян, ша чохер, та хей чоне гукует, дело ах. Алехто, был мастер, алехто, мел, бочер, ахмат, сила, Аллах, Господь. Ислам является мастером спорта международного класса, трехкратный финалист чемпионата России по любителям. Он действующий чемпион России среди профессионалов и чемпион WBC среди Азии. Ислам, мы как мы знаем, один из опытнейших боксеров Чеченской Республики, как и ветеран, можно сказать, один, он по возрасту, превосходит всех, Исламу тоже 34-35 лет, это такой возраст в боксе. Ислам же находится, как смотрим, проходит всю дистанцию, 8-10 раундов. У него будет соперник из Грузии, соперник тоже неплохой. Ислам в данный момент находится в очень хорошей форме. Осталось больше чуть недели, я думаю, осталось ему только подогнать весовую категорию. И я думаю, Ислам на 100% должен показать себе очень зрелищный, хороший бокс. Поэтому про Ислама хочу сказать, что Ислам один из опытнейших боксеров нашего. Я думаю, что если мы будем проводить, как сейчас в этом темпе, такие соревнования, если такие площадки нам выставляет наш глава республики Рамзан Ахматович, который сам является и боксером, любит очень секси-бокса, я думаю, в будущем наши ребята достигнут очень хорошие результаты. И пользуясь случаем, хочу тоже, да, она очень мотивация дал еще в дальнейший пульс хороший. Два пояса, которые являются Артур Бетербеев, который сейчас объединит и третий, и четвертый пояс. Вот что я хочу сказать и боксерам, и спортсменам любого вида спорта, чтобы занимались спортом, здоровым теле, здоровый дух. Война, она Рамзан ажу, она ели условия, шу, масса, она, она кайик, вангушу, мел за короткое время, она, вой, баки кимашка, солдуэла, она, дерез, вол, Рамзан ажина, она, окуэ беш, она, тидмелес, она, хаошу, она, ахмат, сила, Аллаху Акбар.